Блин, ты вот этот труп, короче, который отпечатался на лобаше, прям вот по центру вот, зрительного направления вчера был. И когда мы поймали, вот где-то там в районе Волочка, и потом всю трассу так смотришь, думаешь, блин. Короче, херачили мы сейчас всю ночь в Питер, сейчас не выспались, блин. Звук хуйня, пишите об этом смело в комментариях. Но, блядь, очень интересно. Сегодня будет выпуск про производство. Производство стальной рамы. Производство в Питере. Мы сейчас зайдем вот в это чудесное здание. И там находится производство рам. Рам для BMX, который делает Антон Степанов. И вооружайтесь смело клавиатуры, писать комментарии. И все, что думаете по поводу производства рам, технологии и так далее. Сейчас будет очень много интересных фактов. И Антон сейчас все нам расскажет. А что не расскажет, будем выпытывать. Пойдем. Ну, пойдем. Короче, у Антона здесь много чего интересного находится. У Антона в этом здании находится цех. Цех, где делают рамы, рули, вилки. Ну и сейчас что он там расскажет, то есть не надо себе представлять, что это огромное предприятие, там льют чугун и так далее. То есть это место, которое привозит трубу, и дальше происходит магия. Пойдем. Приветствую. Приветствую. Расскажи нам про рамы, по всем, по порядку, как ты докатился до такой жизни, потому что я приезжал к тебе 2 года назад или 3. Да. То есть, когда еще рам не было, но уже было затея всего этого процесса. Ну ладно, по всем порядку, поехали. Как закатился до такой жизни? Слушай, была идея и одержимость некая еще со времен работы продавцом сделать свое производство, начать делать рамы тут. Поскольку я технарь, сварщик, вот это вот все. Ты сварщик? У меня образование, да. Сварщик? Именно сварщик, электрогазосварщик. Блин, вот это уже что-то новое. Так, еще когда ты работал продавцом? Да, еще в 2009 уже хотелось. Но я так, знаете, робкие попытки предпринимал, смотрел... Ну, где на металлобазах что есть, и ничего не было. Ни по диаметру, ни по толщине приемлемого. А в интернете можно было нагуглить, сможешь, только на металлобазе нет, блин, а тут с ортаменте почему-то на Уралмаш и где-то там. Ну, это все не так просто было. Ну, ничего не гуглилось на металлобазах, а о том, что можно написать на завод по изготовлению трубы, это я созрел только вот, сколько там, 3-4 года назад. Мы как-то снимали с тобой интервью. На тот момент времени, по-моему, у тебя уже было производилось, что-то рули, по-моему, ты делал уже к тому времени. Да, мы хотели, конечно же, начать с рам, но проще всего было опробовать все наши технологии на рулях. И тогда были первые рули. Тогда были первые рули, да. И рули, в принципе, хорошо получились. Сколько ты делаешь рули по времени? Ну, там, год, два, три, пять, эта история. Сколько с самого начала? Да. Ну, мы рули делаем уже точно 4 года. Сначала мы только термообработкой занимались, у нас были готовые рули. Потом мы начали сами гнуть рули и термообрабатывать. Ну, то есть весь цикл взяли. Потом еще варить. А потом начали делать уже и BMX-рули, да, со сваркой. С ними поначалу было сложно. Они требовали большего внимания. И термообработка другая была нужна. У нас первые прототипы все сломались. Потом, в конце концов, я купил другую трубу, другой режим термички, и все получилось. Короче говоря, все начинается с того, что вообще даже вот. Это нижняя труба. Наверное. Вот черная труба. Вот так она выглядит. Она приезжает вообще в 4 или в 6 метровых хлыстах. Вот. И мы их, соответственно, уже рубим. Большая часть трубы хранится не здесь, потому что это очень нецелесообразно. Потому что 6-метровая труба, да? Ну да, у нас есть второй склад, в котором хранятся габаритные вещи, и в том числе труба для рам. Потом она рубится на какие-то менее длинные куски, и после этого уже танцуется. Она рубится на, это, на куски... Под какое-то количество труб изначально? Ну да, да, или... да, мы прикидываем просто, ну не прикидываем, смотрим на чертеже, какая нужна длина для какой запчасти рамы, там верхняя труба, нижняя, подседельная. Ну там 45-50, там так далее. Да, 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 и режем. Конечно, остаются обрезки, но обрезки часто неплохо идут там на подседелы, на те же самые. Это вот уже полуфабрикат следующего уровня, схваренная вместе каретка с подседельной трубой. Подседелы у нас непростые, мы их сами токарим и снимаем... Снаружи часть трубы, да? Снимаем кучу металла вот здесь по центру. Ну, это, по сути, внешний батин. Тут 0,8, а здесь 1,5. И таким образом у нас получается облегчить этот узел. Потому что в России батинга нет. И другого способа облегчить нет. Ты либо покупаешь тонкие трубы, и все отрывается к хуям, либо ты обтачиваешь то, что можно. А больше ничего и нельзя обтачить, только вот это место можно. Все остальное ты батинг не можешь использовать. На один трубе не получится, да?
Мы пробовали, мы экспериментировали, и все эти эксперименты, ну не все, но половина закончилась неудачами. Труба получает микроповреждения в ходе токарной обработки, и там появляется такой микрозадир, который при катании в конце концов превращается в складку. А потом в трещину, потому что рвет. Это, давай раскрывать секреты, что за марка сплава? 30HM, но это не секрет, это единственный аналог. Что можно, да, взять? Ну, это на самом деле очень крутой сплав, его так просто не купишь, и его отпускают от довольно большого количества. Ну, то есть... сделана в России труба. Да, это труба. А продается, наверное, там от 2-3 тонн, да? Да, именно так. В этом вся сложность. Когда я только начинал, несколько лет назад, можно было купить минимум 200 метров, по-моему, на размер. 200 или 400 метров, ну, что-то такое. Ну, короче, это нормально. Это еще можно потянуть, это ты там тратишь 200 тысяч рублей. Ну, то есть, там, ну, грубо говоря, там, ну, это определенно меньше, чем... Это, наверное, полтонны, наверное, где-то, да? Да, где-то полтонны. Ты покупаешь, и как бы ты можешь хотя бы попробовать что-то сделать. Причем полтонны это уже это легированная сталь, она стоит там. Она дороже, чем черняга на рынке. Да, но это единственный еще способ попасть в размер. Потому что когда ты идешь на металлобазу, ни у кого там вот этих вот размеров велосипедных кончиков. Ну, естественно, нет, они там просто водопровод берут, а ты там смотришь, что на Урале есть этот сортайн, привезите мне вот эту трубу. На самом деле российский ГОСТ, он включает очень много размеров. Там дохренища их. Можно очень крутые трубы делать, только батинга нет. Но... А сейчас это покупается в каких объемах? Вот последняя закупка была у нас где-то 3 с чем-то тонны. 3 тонны трубы? Да. Одного размера. А сколько тебе размеров труб? Это для рулей? Да, для рулей. Она самая ходовая, потому что рули, как бы это странно не было, самый ходовой продукт. Которые могут люди себе позволить, да? Люди могут его себе позволить, и многим людям нужны рули, потому что почти все, например, BMX продаются с говнорулями, сырыми. И их ломают нахрен постоянно. Ну, они гнутся. У нас самый доступный термообработанный руль на рынке, реально так получилось. Мы вроде бы демпингом не занимаемся, но по факту, у нас самый бюджетный термообработанный руль, еще и самый прочный. Сколько ассортамента труб нужно? Смотри, рули. Затем для кроссбара рулей нужна труба. Отдельно. Мы ее оптимизировали с перьями. То есть она компенсирует еще перья. Это второй сортамент. Затем третий сортамент это подсидел. Подсидельная труба. Ну, рамы. Рамы, да. Она же бьется со штоком дешевых вилок. Она же бьется с верхней трубой. То есть это унификация, опять же. И третий размер это нижняя труба. Да-да. Да. Самый большой диаметр. Да. Она чуть больше, чем... И еще, наверное, размер должен быть каретка. Каретки мы отдельно заказываем на производстве, чтобы нам сразу они пришли готовы. Это из того, что стали? Да. Мы их сами не точим, потому что мы просто сразу заказываем много и хотя бы какую-то получаем на это приемлемую цену. Потому что вот так вот заказать на нормальном чипу-токарнике каретку 1500, а рулевой стакан 2000. Это абсолютно безумие, и бизнес бы умер уже давно. Ну да, мы там... заказываем сразу там 200-300 штук. Это вот здесь лежало, сколько я помню. Да, и получаем более или менее на это приемлемую цену. 200-300 штук на, соответственно, на 200 рам за сколько вы делаете? Ну, 200 рам за год, например, сейчас. То есть вы покупаете кареты сразу на год вперед? Сразу на год вперед, да. Люди все сейчас бизнес считают, такие, блядь, купить надо 6 тонн трубы. Да, там такие цифры, ребята. Что делать, да, еще я аренду снял уже, а папке кредит пошел уже. Тик-так, началось обратное направление, блин. Когда получилась первая рама? Первая рама получилась, наверное, через полгода после начала производства в России, то есть 2018 год, весна, у нас получилась первая рама, прототип. Она, кстати, была с внешним батингом переднего треугольника, но с таким очень нежным. Чуть-чуть погладили трубу, чтобы там снять вес. Она была 2250, и она так и не сломалась. Она сломалась, она по нижним перьям треснула. Вот то, что я говорил, не хватало толщины нижних перьев. Стенки, да? Да, но она год продержалась. Так, вот трубу вы купили, порезали, края вот вы, вот, они вот очень гладко выточены. Как это делается? А это нам к следующему станку надо перевести. Это отсюда туда? Это вот сюда. На токарнике? На фрезере. На фрезере. Та операция, о которой ты говоришь, называется торцовка. Собственно, делается она коронкой на фрезере в специальных различных призмах и оснастках. То есть поставить тут сразу угол, то есть вы, грубо говоря, выставились, поставили трубу и одну за другой прорезаете, то есть нарезали. Да. Поэтому мы так не любим кастомы, потому что каждый кастом... Это каждую выставить нужно. Это каждую надо выставить. А когда мы делаем там 20-30 одинаковых рам, это все чик-чик-чик. Мы, кстати, отказались от кастома, теперь
минимальная цена, чтобы сделать кастом, 4 цены от обычной рамы. То есть от 80 тысяч стоит кастом. Да я пошел. А обычная рама у нас стоит 23 рубля. А не, а фокус, ну, люди от кастома пытаются получить что? Люди думают, что они могут сделать какую-то эксклюзивную геометрию, и либо они не могут найти геометрию на рынке. В BMX мире, я думаю, что это не актуально, потому что вариантов геометрии очень много. В МТБ мире можно сделать, и есть смысл делать кастом. Просто... Ну, мы делали фикс кастом трюковый, это был, в этом был смысл. Мы реально крутую раму сделали с подковой, короткую, интересную, с интересной геометрией. Но когда мы посчитали время, которое уходит на каждый кастом, мы поняли, что это настолько невыгодно, мы продавали их по 2 розничных цены. То есть там по 40, по 50 тысяч у нас стоили кастомы. И мы поняли, что это настолько убыточно, что отказались. Теперь от 80 тысяч пока у нас ни одного клиента нет. Я надеюсь, что и не будет. Не, ну просто это что, что можно отыскивать такое в геометрии? Ну нет, там может быть какой-то человек, там просто ну, не попадает ни в одну из рам. Ну, там, да, там. Как бы, извините, пожалуйста, ну это, наверное, редкий будет заказ. И, ну. А так просто, я так понимаю, люди приходят за каким-то непонятным эксклюзивом, который не факт, что лучше будет столько. Или в той геометрии, которую, ну, то есть, ну, в большинстве случаев... в каких-то моментах, да. Ты приходишь, начинаешь спрашивать, что ты думаешь, блин, зачем тебе это надо? Ты что спросил-то? Ну, возьми вот эту раму, там отличается, ты даже не поймешь вообще. Ну, понимаешь, кастом — это эксклюзив, и человеку каждому хочется обладать чем-то эксклюзивным, он в него вкладывает свою идею и, и имеет полное право считать, что это уникальное. Проще покрасить как-то эксклюзивно, успокоиться на этом деле. Ну, покраска — это да. Это... А, но тут он говорит, у меня тут своя геометрия. Ты понимаешь, это круто, козырнуть. Да, блин, нет, нет, своя геометрия. А но зачем? Своя геометрия стоит денег. Ну, это мы с тобой взрослые, старые уже. Мы можем просто задавать. Не напоминай мне про старость. Я сегодня смотрел себя в зеркало, думаю, фью, пойду я сниматься что-нибудь. Это. Ну, так вот, если коротко, чтобы сделать раму, человек смотрит. Что для этого нужно сделать? Самый простой способ — это пойти в магазин и купить ее. Ну ладно. Более сложный путь — это купить бэушную раму, распилить ее и сварить то, что надо. Следующий этап — это уже закупка трубы. В принципе, я бы рекомендовал тем самоделкиным, тем, у кого шило в жопе, купить нержавейку, потому что нержавейку можно найти в магазине там 1.5 миллиметра, миллиметр толщиной, и что-то сделать из нержавейки получится. Так, а если человек вот у него не шило в жопе, он прям вот думаю, прям заряжен на бизнес. Сейчас на бизнес. Вот, ну, тогда мы либо покупаем европейские трубы, итальянские, Дидача или Колумбус. Вот. Это если мы хотим шоссейник и дорожник. Да, можно и МТБ сделать на этих трубах. Вот. У них же наверняка можно купить и более толстые трубы, но я не уверен. И если мы говорим уже о совсем заряженной истории именно там с нормальной маржинальностью бизнеса, то нужно покупать в километрах российскую трубу, значит, ищем все металлопрокатные заводы, трубопрокатные, запрашиваем у них нормальные марки стали, где углерода от 30-ки. Вот. Соответственно, берем те стандарты, которые необходимы. Опять же, нужно понимать, что 22 на 2 у нас нету. 22 неплохо зажимается вполне. Опять же, нету 25,4, нету 28,6. Вот у нас подсидел 29 со стенкой 1.5, и он отлично зажимает 25,4 подсидельный штырь. И все, ты закупаешь трубы на несколько миллионов рублей, арендуешь склад, помещение. Если ты сам все делаешь, то ты, в принципе, даже на голом энтузиазме, может быть, и выкарабкаешься на первых порах сам, потому что тебе не надо зарплату платить. А если ты хочешь нанять штат сотрудников, что более правильно с точки зрения бизнеса, то будь готов к тому, что все, что ты зарабатываешь помимо производства, ты будешь обратно туда реинвестировать, пока вся эта херня не заработает. Ну, то есть года 4 на окупаемость 100% закладывается. Понятно. У тебя штат сколько людей? Сейчас 5 или уже 6 человек. Ну, мы просто сейчас в процессе набирания новых ребят. Мы сейчас, ну, 5 человек сейчас работает. Ну, стабильно, да, 5. Стабильно 5. Сейчас тут 6-й на стажировке, и мы дальше будем в 2 раза увеличиваться. Потому что мы сейчас будем заниматься очень... Тайвань прекратил. Да-да-да, мы сейчас берем на себя многие функции Тайваня, скажем так, и у нас есть заказчики, не только своя продукция, но еще и другие ребята, которые хотят у нас делать под своим брендом. И мы, на самом деле, сейчас завалены просто, если честно, работой. И под этот вот весь рост мы набираем сотрудников, возьмем новое помещение, станки. В общем, будем мочить много железа. Сильно. Мочить. Чтобы сделать раму, у нас есть какие-то этапы производства. У тебя пришла труба, дальше мы ее рубим. Да, мы режем трубу, затем по чертежам мы смотрим, как нам надо торцевать, на фрезере торцуем.
по чертежам, какие углы нам нужно выставить. Да, нам нужно все должно быть стык-стык. Стык-стык обязательно, зазоры должны быть минимальные. А сколько зазоров получается сделать вот, вот между... Ну, лист бумаги проблематично засунуть. То есть вот все, оно будет... Но прям вообще очень-очень плотно идет. Передний треугольник, там вообще комар носа не подточит. Чтобы все было плотно, чтобы ты косварной шов сделал, чтобы оно... Да, чтобы красиво ложилось, чтобы не трескалось, минимальные напряжения, чтобы ничего в воздухе не висело. Я просто вот видел образцы, которые делают китайцы, ну и там, я не буду говорить, кто. И они вот, ну так вот, трубу в хай-тен ее рубят. Ну, да, не вот так вот. Не на фрезере. Не на фрезере, как вот, в идеально, чтобы оно свело. То есть это, загоняют трубу, ну, бах. У него, соответственно, загнутый краешек всегда идет. А они когда трубу к трубе положили загнутым краешком, или начали обваривать, и там какой там лист бумаги, там палец можно засунуть в зазор. Да. Это очень просто вот себе положили болт сверху на производство дешевой рамы. Это просто, чтобы было понимание, люди такие, вот это вот стальная рама, вот это тоже стальная рама, он там что-то валит какой-то. Вот, ну там просто, это, я видел станок, когда трубу рубят, заходишь в 6-метровый хлыст, бах, блядь, и там 300 килограмм трубы. Да. Сразу готово, у тебя это уже все. Здесь каждую трубу вот отдельно заправили, выставили, блин, блядь, и так далее. А потом еще и фаску мы снимаем. Чтобы... То есть, да, чтобы шов ложился не на вот этот вот, не на конус острый, а чтобы он ложился на вот такую вот, типа, трубу закругленную. А, ты еще торец еще конечно. И делали фаску, чтобы... Да, наточили. Сварной шов, как тебе учили. Как дед ты... учил, блядь. Да, чтобы он начинался из глубины. Да, да, чтобы корень шва был там, где надо. А не там, где похуй. Они не там, где Китай варят. Да. После этого мы на стапеле все собираем. Проверяем, все ли окей с трубой. Попали куда надо, да. Или нет, чтобы все стало куда надо. Да, прикидываем задний треугольник. Потом мы задний треугольник убираем и прихватываем на точке весь передок. Угу. После этого передок снимается и обваривается. Привариваются косынки. И только после этого уже рама опять ставится на стапель и приваривается жопа. А почему нельзя сразу? А потому что те же самые заведенные перья, например... Ну, а, не дадут позволить варить там какие-то трубы. То да, есть, плюс тебе нужно проверить передний треугольник на ровность. После сварки, не шел ли он куда-нибудь. Да, такое может быть. Выправить, если ушел, и потом уже приваривать жопу. При том, что сначала мы привариваем нижние перья, смотрим, все ли там окей. Опять же, если надо править. Потому что, когда ты собрал жопу полностью, ее уже невозможно никуда, вот там, вот что-то куда. Это чтобы было понимание, на заводах, которые делают дешевую раму, все это ставят в этот, и там написано, там вот, многие, помню, раньше хвастались, моя рама сделана роботом. Чему вы хвастались, ёпта? Да, потому что это изначально все трубу сложили, робот пошел, всю сварил, там похуй, ровно или нет. Потом дальше что происходит? Она же не ровная ни хера. Дальше ее начинает выгибать в разные стороны. Я прям видел, как стоят ребята такие. Вот такими, блядь, жуйками. Раз, подвинули, такие, блядь, нормально, все, нахуй. Дальше, ну, там плюс-минус 2 миллиметра, уже никого не интересует, блядь. Это вот как бы дешевая рама делается, а как правильно делается рама, это вот отдельно сварился передний треугольник, проверили, потом еще раз, ну и так далее. Да, вот, да, да. Все попасть куда надо. Так, трубу мы торцуем. Торцуем здесь, да. Далее, рамная труба термообрабатывается? Если заказчик хочет. То есть, ну, точнее, если у нас, если мы говорим не о кастоме, а о серийке, то у нас есть разные варианты технологии. Угу. То есть, изначально мы калили нижние перья. И этого было достаточно, потому что ну, проблема в основном экстремальных трюковых велосипедов в том, что жопа уходит, если велосипеды кидают и криво делают трюки. И у нас как бы изначально была цель в том, чтобы этого не происходило. Для этого достаточно закалить нижние перья, и все, больше ничего делать не надо. Верхние не обязательно, то есть они уходят только, нагрузку получают только нижние на смещение. Ну, этого достаточно при правильно подобранной толщине. У нас сначала была очень тонкая труба, которая недостаточно было закалить только нижние перья. Мы стали добавлять закалку в верхних перьях. На тонкой трубе. Да. То есть, если хотим сделать раму легче, херачим термообработку всех труб. Но потом мы поняли, что это слишком рискованно, и начали калить все 4 пера, а потом перешли на более толстую перу и опять вернулись к закалке нижних перьев. Поскольку все тесты, которые мы тут проводим, они показали, что этого достаточно. Так мы еще калим нижнюю трубу, для того, чтобы при гриндах избежать вмятин. Но это так, экспериментально, потому что по большей части наша труба, она же без батинга, она посередине толстая. 1,5 миллиметра, такая, да? Да, она такая же толстая по всей длине, и у нее нет проблем с вмятинами. Вообще, если смотреть буржуйские рамы, то там, если говорить не о батинге, то люди используют максимум 1,4 стенку. У нас 1,5, это прямо вот так вот. Ну, 1/10 это уже, да, это овер, дофига. Если говорить о батинге, то там, конечно, можно поэкспериментировать, но вот мы пока
в России не смогли этого сделать. Слишком дорого стоит оборудование, чтобы самому этим заниматься. Батинг? Да, полностью, очень, да. Очень дорого. Станочек такого недостаточно будет, да, где-то. Потому станочек с эту комнатку будет. Он не окупится никогда. Это нереально, да? Никогда. Только если Путин мне денег на него даст, тогда... Все, может... подожди, сейчас у нас за политические взгляды нас сейчас... Да, шучу, ладно. Это... Термообработка. Я понял, ты уже не расскажешь, там секрет. Режимы не расскажу. Я так понимаю, на рамах термообрабатываем у вас перья. Самое главное, да, вот на что моя идея, в чем она заключается, это нижние перья. Потому что это трюки, угу. Там велосипед часто имеет торсионную нагрузку, его постоянно пытаются люди сломать. Чтобы жопа не уезжала, нужно закалить перья. Плюс это помогает сохранять их от вмятин. Когда люди гриндят, угу. Они постоянно на перья падают. Поскольку у пера толщина 1,2, неплохо да. Было бы добавить туда немножечко твердости. Да. И закалка очень серьезно от вмятин спасает. Мы иногда калим нижнюю трубу, но редко, потому что она у нас толстая и нужды в этом особой нет. Так, после того, как мы получили все трубы, они должны свариться, или я что-то не понимаю? Они должны собраться. Так. То есть для этого нужен стапель. Пойдем, пока. Вот здесь вот мы выставляем геометрию рамы. И, собственно, здесь вся рама собирается, промежуточная происходит сборка. То есть сюда встает каретка, сюда вот рулевой стакан. Здесь у меня под рукой стакан нет. Ну, неважно. Короче, сюда стакан встает, верхняя труба, нижняя труба, соответственно, перья. Здесь вставляется ось. Да, вот она. Ось. Которая выставляется уже. Да-да-да, туда дропауты ставятся, перья, все остальное прочее. Все это дело прихватывается на точке. Затем обваривается только передний треугольник. То есть первая фаза, она вот такая, передний треугольник. Прихватывается на точке передний треугольник? Да. Здесь? Да. А перья остаются? Перья потом. Перья здесь сначала ставятся для того, чтобы проверить, все ли правильно подогнано. В этой конкретной раме? Да. Затем перья откладываются в сторону и собираются все задние треугольники из партии, которые нужны. Ой, передние треугольники. Угу. Вот. Они обвариваются затем, ну, косынки потом к ним привариваются. То есть, по сути, вот этот передний треугольник, он закончен. Косынки привариваются уже после того, как мы обварили эту конечно, трубу. Конечно, да. Подкладывается косынка и дальше делается обварка. Да. Вот этот красивый рулевой стакан, он где сделан? В Питере. Его тоже как каретки отдельно придется заказывать, вам его фрезеруют. Да-да-да, вот эта фрезеровка сделана в Питере. Человек, который делает мне звезды и выноса, он фрезерует нам и стакан. При том, что отфрезеровать можно что угодно. Хоть склад... Это из какой трубы делается? Это тоже хромолибден, да? Нет, по толщине стенки. Это с оружием все срезается. Я точно не помню. Вот здесь вот... А, ты имеешь в виду, какая она изначально была? Да. Это прессом делается. Это выгибается чашка, это пресс, да? Делает, да. Он вот заходит сюда. Угу. Раньше, когда мы только начинали, мы брали вот такую вот, такой толщины трубы. И погнали. Все это делали, это безумно дорого, безумно нерентабельно. Лучше заказать там, где могут сделать прессом, это будет выгодно. Прессом изначально делается коническая чашка. И потом уже фрезой подгоняется под подшипники, правильно понимаю? Да. Идет токарка. Ну и последний этот логотипчик, да? Да, логотипчик. После сварки, это мне показывают красивые рамы, вы их зачищаете полностью? Нет, зачищаются до сварки. А, до сварки. Да, то есть мы шлифим все до сварки, до сборки. Угу. Чтобы вот эти красивые следы, они никуда не делись. А потом уже после сварки она сразу же едет в покраску. Ну или лакировку. Да. Ну я просто покраской называю вот это. Любое покрытие. Процесс, да. Вилка тоже делается. Да, примерно та же технология, только для того, чтобы ее правильно термообработать, ее надо сначала сварить, угу. Потом им нужно приварить распорку между дропаутов, именно приварить, чтобы когда вы ее калите, ноги вот так вот не разъезжались. А, они обварены снизу. Да. У меня там, был вопрос. Там такая происходит. Же труба, как для рулей, берется из отходов, 2-миллиметровая, угу. И на точке проваривается изнутри. Сажается. А потом уже срезается после термички. Это то, что ты нам дал снимать, это для того, чтобы они не уходили, да? То есть они сварены да, с собой. Да. Это секреты производства. Небольшие такие. Но самое главное, секрет они будут рассказать. Рули, вилки, рамы. Хотя стапель для вилок, он значительно проще, поэтому если вдруг вы решили что-то сварить, сварите сначала вилку, попробуйте, да, потом забейте болт и не задумывайтесь об этом. Как ты сказал вначале, вряд ли кто-то в это... Во что полезет? Какой-то термин сказал такой. Этот блудняк. Блудняк, да, во.
В этот блудняк вряд ли кто-то полезет, даже если все полностью рассказать, потому что миллиард рублей надо было потратить, блин, потом убить свое время, блин, вложить еще некую медийную активность во всю эту историю, потому что если у вас случайно на YouTube нет канала, там на 1000 подписчиков, блин, да, вы можете раму сделать, но у нас нахуй никому не нужна будет. Не, на самом деле здесь реально цех. Причем, как сказать-то, я прям, ну, приятно удивлен. Здесь прям реально очень много прикольных штук. Все сделано грамотно, все сделано куда надо, как надо, оправки. Все для того, чтобы гнуть трубу, для того, чтобы ее отпилить, отторцевать от токарных станочек, согнуть, сварить стапели. Так, с передним треугольником, с задним треугольником что делать? Задний треугольник приваривается отдельно. Сейчас покажу. Ух, ёптель. Это вот вариант нижних перьев с подковой для BMX рамы. Ебать, какая красота. Для того, чтобы был большой клиренс и высокая жесткость заднего треугольника. То есть это одна пластина с проточкой, чтобы ставить вот эту пластину. Да. На лазере это все сделано. Это, соответственно, подогнано под стакан. То есть это изначально здесь стапели, мы так прикинули, прихватили на точки, посмотрели на все это дело. И пошли обваривать дальше вот эту всю конструктив. Да, и мы еще здесь сделали таким образом, что вот этот вот нахлёст трубы и ребра жесткости, он не дает, грубо говоря, листу работать в одиночку. То есть обычно подковы вот такого типа, там просто лист идет. Мы добавили ребро жесткости и снаружи, и изнутри, для того, чтобы минимизировать вообще какие-то проблемы. Чтобы эту трубу подвели, то есть, грубо говоря, вот здесь вот у нас и та часть сварки работает как... Да, вот здесь заходит эта часть фейлера. Да. Получается довольно высокая жесткость. В принципе, неплохой клиренс. Это наш ответ литым подковам из Тайваня. Не, вот так не надо делать, потому что оно же не скреплено все. Да, чуть-чуть. МТБшная бы сломалась, потому что МТБшная там вообще тонюсенький плавничок. Оно пока не собрано, оно все хлипкое. Ну как хлипкое тут, блин? Ну так. Это еще даже не термообработанный вариант. Сейчас я покажу термообработанный. Они у нас отдельно лежат. Наверное, уже все зачищены. Охуительно. Вот он уже после термички. То есть вот сначала сваривают, потом дальше термообрабатывают. Потом термичим его, да. Вот это уже намного жестче будет. Пластины с какой стали? 45-я. Без всяких буквок, да? Просто без буквок, да. 45-я. У нас, в принципе, проблема вообще со сталью вот таких вот интересных марок в стране. Ты просто так не купишь, да даже просто 45-ю найти не так-то просто. Угу. Вот, а чтобы 30 хм лист купить, это просто жесть. Можно Богу душу отдать, да? Да, ты его не купишь. Ты его закажешь на заводе, а там, по-моему, от 1 тонны он льется, или от 2 тонн. Ну, там очень много придется этого листа купить. Куда его ставить? Что с ним делать? Да, 2 тонны такими пластинками, это трубы нас на год, да? А пластинок этих, блядь. А это же все при том бабки. Ну, прикиньте, это просто вот ваши деньги, которые надо заморозить на очень много времени, если брать столько металла. Поэтому 45-я всем свойствам, всем требованиям она отвечает. То, что в марочниках написано про то, что она склонна к холодным трещинам, это в нашем случае с нашими толщинами, с нашей технологией. Это не про нас. Не про нас, все работает отлично. На самом деле в марочниках написано, что к холодным трещинам склонны 30 хм и очень много других марок. Но она более хрупкая, естественно. Там просто речь идет про немножко другие потребности. Ну, типа того, самая опасная сталь, на самом деле самая опасная, это та, за которой все первые идут, это 30 хгса. Вот с ней больше всего она, проблем. Она еще более хрупкая. Она тверже, она прочнее, но более хрупкая. Да. У нее вот есть проблемы именно с хрупкостью. Вязкость ниже, больше хрупкость. Хотя ребята, по-моему, из ракеты самокатеры справились, сделали рули, тэшки из ХГСА с термообработкой, респектом. Я бы не стал с ХГСА даже возиться. Я посмотрел цены, посмотрел сортамент доступный, просто рукой махнулся. Я понял, что проще объемом взять и купить 30 хм и выдохнуть. По поводу расширения всего этого процесса, ты говоришь, вот сейчас вот заказы пойдут. Это сейчас надо будет переехать, я правильно понимаю? Ну, мы здесь снимем помещение. Еще одна комната? Да, просто на этом же заводе. Эту комнату оставим под другие задачи, а снимем побольше. И, ну, там, грубо говоря, там стапели станут, а здесь только вот там гибкая труба пойдет. Ну, типа того, да, распределим обязанности между помещениями, скажем так. И получится у вас расширение такое. Да, ну мы все ребята, которые у нас работают, все обучены здесь. То есть никто до этого, ну почти никто, не имел опыта ни со станками, ни со сваркой. Да. То есть вот мы можем этому всему искусству, так сказать, очень узкому обучить. По сути, ребята отсюда, которые вот у нас тут получаются кадры, они готовые профессионалы. Которые могут работать только здесь.
в России вообще такое не делают. Ну, да, да. Но по факту, как бы, мы, ну, такое очень уникальное явление, внутри которого да. одержимые велосипедом люди могут сделать карьеру, по факту. Не быстро, но можно. Перья ровно торцованы. К ним что привариваются и как? Дропауты. Сейчас давай найдем какую-нибудь заготовку. Вот, грубо говоря, следующая фаза. Это когда мы прихватили подкову на каретку. Только на точке пока стоит. Да, на точках только стоит. И вот так вот выглядит оконцовка пера. Но это довольно стандартная технология. То есть мы на пиле заранее подрезаем все перья под углом, под нужным. Угу. И сюда приваривается заглушка, и затем она шлифуется для чистоты внешнего вида. А дальше сюда уже ставится дропаут. Надо просто... Вставляется в паз. Ну, грубо говоря, да. Сейчас найдем дропаут, покажем. Держи. Это вот заглушки, опять же, на лазере нарезаны, это уже из миллиметровый, по-моему, из 1.2. А, они там же стоят, да, в этом станке? Я думаю, что за деталь? Это вот так происходит, да? Ну, только наоборот. Ну, да. Угу. Вот так. Ну, опять же, там на точке, и все, идет проварка. Грубо говоря, это выглядит так. А почему нет шипа? Вот здесь по центру такой. Ну, он не нужен. То есть достаточно обварить, все будет. Да, там столько мяса. Вообще рамы дропаутов не ломаются. Это нереально, потому нереально. Что по законам сопромата там самый низкий изгибающий момент, блин. Да, мало кто знает, да? Да, ломается все. Стандартные места. Это вот где верхние перья приходят вот сюда. Ломается вот здесь труба. Здесь, да? Под стаканом. Да, потом, если перья не заходят, вот так отрывается эта часть. Вот здесь ломается, да. Ну, скорее, чаще всего вот по вот этим местам. Вот. Вот, кстати, полузаготовленное перо. Верхнее, да? Это, нет, это нижнее, видишь, продавка под клиренс. Mm-hmm. То есть это если нет такой подковы. Да, сексуальной. Да, ну, видишь, по сути, она повторяет форму. Трубы гнете здесь сами? Да, у нас свой трубогиб, свой пресс для всех этих операций. А это что за рамы висят? Это ремонт. Мы же еще можем восстановить, как и ты. Ты восстанавливаешь все, а мы рамы. Вот куда надо высылать рамы на ремонт. Хромолевый, да? Мы тут восстанавливаем всяко-разно, да. Тут и шоссеры, и дорожники. Что это такое? Сань, что это такое? Это стрековый сироп итальянский. Итальянский сироп? У него там карет. Ну, оно же паяное. Или что? А, она лопнула вот здесь, что ли? Нет, она из каретки вырвалась, вот, но для того, чтобы починить, разрезана нижняя труба, вставлена втулкой через каретку, вот, и распаяна. То есть это внутреннее такое усиление получается. Ну и заново нужно пропаяться. То есть вы паяете раму? В том числе. Если паяная рама, то да, ее, естественно, паяем. Но даже одну спаяли, экспериментально появилась, да, помню? Да, да, да. Мы спаяли мне раму. На шоссейных трубах. Я ее еще не забрал, я бы похвастался. То есть она узловая полностью, то есть откат? Нет, нет, она не узловая. Она такая, ну, встык спаяна. Она встык паялась. С большим качеством. А это вот сырая вилка. То, что происходит с сырыми запчастями, в конечном итоге, вот вы видели руль сырой, ну, а это сырая вилка. Морзочина. То есть любая сырая вилка рано или поздно станет вот такой. Потому что она не пружинит. При том, что можно ее сломать, даже когда вы просто учите фейки, подъезжаете к стенке, отталкиваетесь назад, уже можно сломать. Может, не с первого тычка, но довольно быстро можно это сделать. Ну и плюс прочность абсолютно меньше. Да, да, да. Но это для тех, кто не жестко катается. Для тех, кто просто там купил велик, или у него нет денег, он понимает, что ему надо какое-то время продержаться. Люди покупают более дешевую комплектацию на сырых запчастях. Вот. Но ждать от них какой-то... Долговечность не надо. Не нужно. Через месяц пошел на новый. Можно даже за день сломать. А здесь что происходит? Это сварочный пост. За маги. Это вот сборка BMX руля. Здесь идет, потому что у BMX руля очень много моментов, связанных с геометрией. Все должно быть очень точно. И вот на таких вот прижимах все это собирается. Вот тут сюда нижний кросс вставляется. Сюда боковины. Это кросс верхний. И здесь все это дело прихватывается, а затем обваривается. Красота такая. Это точило.
Чтобы подогнать, да, чуть? Да. Это вот, кстати, подсидело, готовый к сварке с кареткой. С внешним батингом. Обработан. Красота. Тваришь, блин. Это наш второй пост. Вообще мы хотим удвоить их количество. А это вот сцепеля для вилок. Вот так вот это выглядит. Собственно, сюда у нас дропауты встают. Здесь ноги, шток. Все зажимается опять вот же. Вот эта вся история двигается в зависимости от длины трубы и размера вилки под разное колесо. Да, вот такой настраиваемый. Определенные можно делать манипуляции. У меня есть такой интересный вопрос. Кроме BMX рамы, там, МТБ рамы. Да, вообще, что угодно можно сделать. Шоссейный. Да, да. В Питер можно сделать что угодно. То есть изначально производство это и производило кастомы для шоссе, для дороги, для грейвела. Спецификация Александра, она начиналась как раз с этого. То есть, по сути, BMX рамы делать намного проще, чем делать вот это все, потому что труба толще. То есть, по сути, можно делать рамы супер легкие, максимально технологичные, узловые, неузловые, паянные, вареные, неважно. Технология как бы вся отточена. Вот сколько рам вы в год делаете сейчас? 200 штук. В год. Ну, где-то 200. Примерно одна рама в два дня. Да, да. Выходит. Это если не заниматься херней и не варить кастомы. Если заниматься херней в виде кастомов, да. Потому что это действительно херня. Полная. Это очень, очень трудозатратно, да. Это... Пойдем пресс покажу. Это пресс? Это пресс. Он называется Корвет. Это очень смешно, потому что от Корвета у него ничего нет. Вот, кстати... В смысле от Корвета? Он Корвет называется. Не, я понимаю, не, это такая частая история-то. Потом, ну, это лучше руки не берем, очень грязный. Я не боюсь грязи. Это матрица для того, чтобы делать продавку на пере, да. То есть пластина мы вставляем и гнем, ну, перо прям вминаем, да? Мы кладем туда прямое перо. Это чтобы торец отмерить, нужно расстояние, где согнуть. И просто за один заход пресса... Ты делаешь вмятину. Она и изгибается, и вмятину делает, подмятие, так называемое. И при этом оно еще и остается в нужной форме, потому что до этого, когда мы экспериментировали и делали без матрицы, перо изгибалось. И, ну... Оно минимально изгибалось, но все равно это мешало потом торцовке. Насчет упругости трубы, она как бы возвращалась к какой-то исходной стоимости. Нагрузку снимаешь, она... Потом куда-нибудь. А здесь сгибает сразу куда надо. Да, да. Получается да, вот такая история, да? Ну вот, готовая. А, это готовая. Вот с продавкой, да? Да, вот с продавкой. Это вот оно вот так вот, ой, блин. Пазу лежало там вот это. Да, и вот все, вот она верхняя часть, ответная часть матрицы с плавником. Угу. И она продавливается. Потом у нас есть другая матрица под перемычки. Я вот не знаю, где она лежит конкретно. Вот она, по-моему, это одна из ее частей. Короче говоря, вот две части. Она одна входит вот сюда. Сюда кладется лист стали на лазере вырезанный определенной формы. И эта штука за один заход делает из просто листа такую объемную подковку, которая вставляется между верхними перьями и пятидельной трубой. У нас просто ни одной рамы сейчас в таком состоянии нет, чтобы ее показать. Ну, пластины, которые идут на подварку. На усиление, да. Раньше мы делали мостики, сейчас я покажу, какие. Пойдем. Если тут что-то у нас есть. Блин. Значит, в коридор. Так, самое интересное в коридоре происходит. Вот. Вот эти, Мы раньше делали классические вот такие вот перемычки, если ты видишь на камере. Угу. Просто трубочка 14х1, она легкая, красивая, но у нее есть недостаток. Во-первых, ее тяжело очень варить вот в тех местах. С обратной стороны подлезть, а если софт не закрыт до конца, то это концентратор напряжения. Да, но мы его, конечно же, закрывали до конца, и не было каких-то прям массовых проблем, но у одной рамы появилась трещина на внутренней стороне вот этой перемычки. Так. И плюс сама по себе технология изготовления и сваривания этой перемычки, она сложная. И мы решили, попробовали и перешли вот на эту объемную косынку из листа, потому что ее проще изготовить, ее проще варить, и нету никаких шансов практически закосячить. Косынку, как она в готовом виде выглядит? Да вот нету ни одной.
То есть она просто... Я тебе фотку пришлю. Она убирает перемычку полностью, да? Да, косынка, она, грубо говоря, закрывает вот эту дырку и сверху, и снизу. Просто пластина. Да, и по периметру обваривается. Она из миллиметрового листа, весит столько же. Ну, эффекта больше. А прочности на уровне. Какие-то мысли, сейчас же модно циклокросс, нахер никому это интересно. Гревел, да, гревел будете делать? Я бы сделал, но нужны очень большие вливания. То есть там другая труба, стапель, еще не сделать надо. Там. Стапель не обязательно, а труба другая. Просто чтобы запуститься по гревелу, так вот не по-детски, нужно 10 миллионов. Овер к вот этому? Да, да. То есть миллионов. У вас есть производство, у вас уже есть бренд, уже что-то там продвинули. И дайте еще 10 миллионов, чтобы запустить. Ну, это будут нормальные, серийные, хорошие, очень качественные рамы и вилки. То есть, до велосипеда там еще далековато. Да, до велосипеда там далековато. Но это будет фреймсет, а на него уже можно все навесить, все, что надо сделать. Но это вот такая вот цена. Вот этот велосипед для инструментик с тензиометром и так далее. Вы здесь велосипеды собираете? Да, мы делаем сервис полный вообще. Ну, одно время это был один из побочных бизнесов, сейчас это чуть меньше, потому что все заняты производством. Но вообще, как бы, у нас тут есть ребята, которые колеса профессионально собирают и все остальное делают с велосипедами. Рамы паяют обратно. Рамы паяют. Мы паяем, и варим, и алюминий делаем, все что угодно. Но поскольку, как бы, я, как ядро компании, заточен больше на BMX-тематику, да, и как бы мой бренд, он весь в BMX-тематике, мы как бы давим на эту педаль. Я думаю, что с гревелом получилось бы все. Просто, ну, сейчас... Нужен еще один человек, который будет давить туда, на другую педаль. Ну, деньги нужны, на самом деле нужны деньги. Ну, человек с деньгами. А это ленточная пила, это такой довольно нежный способ пилить в помещении без большого количества абразива и пыли. Трубу. Она пилит на, да, она на небольшой скорости пилит трубу на полотне на этом. И можно настраивать... Пора в сервис такой покупать. Подсидели трубы, подсидел просто раз в месяц, отпиливали. Смотрите, какая штука у нас есть. Классная, классная реально штука. Но для большого количества резов мы используем Makita. Ну вот типичная заготовка. Это вот будущий подсидел. Вот абсолютно неприглядно выглядит. До того, как из него будет готово что-то блестящее и красивое. Да. Кстати, для тех, кто боится, что трубы ржавеют, когда они лежат, они не ржавеют, потому что они приходят в специальном покрытии. Вот эта вот муть на трубе, это специальное покрытие после проката, которое защищает трубу от коррозии. Вот это что за штука? Это электрический напильник. Ленточный, да? Да, ленточный. Для того, чтобы просто осуществлять какие-то операции по зачистке. Тут какие-то лежат у нас вилки. Вот это, например, МТБшная трюковая вилка. Уже в собранном состоянии. Но не покрашена, естественно, как вы видите. Она термообработана тоже идет, да? Да, да, да. Она вся в окалине. То есть после сварки все это идет на термообработку? Да. Просто химсостав, из чего сделан металл, это хуйня, эта информация никому не нужна, потому что это элементарная вся история. А вот в каком режиме проходила термообработка, определяет всю дальнейшую, вообще всю историю, прочностные характеристики и так далее. Да, потому что закалка, отпуск, а еще бывает многоступенчатый отпуск, многоступенчатая закалка, доводит температуру, понижает и так далее. Получается совершенно различные характеристики, потому что из одного и того же самого марки стали могут получиться совершенно разные. Да, например, для BMX-рулей мы используем одну технологию закалки, а для МТБ другую. Я прям я ждал этот вопрос, когда можно было задать, какая термообработка. Могу сказать, что МТБ-шный руль имеет большую твердость, чем BMX, потому что у него вот отсюда до сюда огромный рычаг, а у BMX-руля рычаг намного меньше, потому что там есть перемычка. Здесь нужна большая твердость, а на BMX-руле меньше. На BMX-руле вот у тебя. Короткий рычаг. Да, да, и его не надо так сильно калить. Итак. Вот у тебя есть, ну, продукция, да, у тебя есть рамы, рули, там все, да. И это все продается в магазинах. Или как это, надо заказывать, куда люди тебя, они стоят, смотрят, такие, о, блин, сделано круто, термообработка, вся хуйня вообще. У нас есть магазин newsports.ru замечательный, который является там представителем. Там шурум твой, который мы, собственно, он там... Да, 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 там есть вся продукция актуальная, вся моего бренда, тайваньская, российская и китайская, все там есть. Вот, и затем... Есть ребята, которые для своих брендов у нас заказывают, я не могу эти бренды назвать. Вот, они заказывают, мы им под ключ делаем продукцию готовую. Вот, соответственно, не, а вот ТСБ где еще взять? Еще в группе ВКонтакте у меня можно взять. Какой-нибудь еще розничный магазин там, ну это в Питере. Там человек сидит в Екатеринбурге. Только заказать пока что. Пока. Притом фишка в том, что у нас нету столько железа, у нас все настолько расходится быстро, что ничего не лежит. Я бы, может быть, и рад отправить что-то в регионы. И рад бы развить какую-нибудь розничную сеть, там где-нибудь сделать еще один, да, там, да, да, шоурум, да, в какой-нибудь. Ну, Ньюспортс это не мой магазин.
Я там как бы бренд, один из брендов. Я просто этим магазином... Я создал экстремальный отдел в этом магазине, но я им не владею. То есть я там бренд-менеджер определенного направления. Ну, это мы... Да, это я историю знаю. Не, имею в виду, чтобы вот там прийти в какой-нибудь там магазин отдельно отведенный, там возьмем... не буду называть всякие громкие названия. Ну, в Москве там, ну, магазин. Пока... Ходишь, пока... Веломир, условно, говоришь, блин, ребята, Веломир, все, у вас хуйня. Вот смотрите, рассидел где надо. Я надеюсь, что после масштабирования мы сможем быть представлены. Еще уже... один шоурум захерач. Ну, по крайней мере, найти партнера в Москве, найти партнера в других городах и как минимум оптом разлететься по всей стране. Я думаю, что это определенно есть в планах, просто нужно, чтобы это все было... Турбогиб надо показать. Да, турбогиб здесь знатный такой, нормальный. Турбогиб довольно простой. Это Big Bender. Это, по сути, реплика американского турбогиба. Не самое совершенное оборудование, должен признаться, но мы как бы научились им пользоваться. Да, ну вот это вот кастомное крепление, это полностью наша разработка, потому что турбогибу требуется огромная жесткость, и он зафиксирован очень серьезно. Просто там нереальные дюбеля в полу, анкеры. Он вообще никуда не делся. Да, он должен стать в горизонте, ну и в общем, много с ним геморроя. Мы уже придумали, как мы сделаем сами турбогиб, который более точно подойдет под наши задачи. Следующий этап эволюции — это его, собственно... Нам просто нужна большая твердость и другие радиуса гибов для увеличения арсенала изготавливаемых изделий. Это вот передвижной стапель, самая наша последняя доработка. Очень долго дорабатывали стапель именно под наши задачи, потому что наш основной стапель, он больше для кастомов, а у нас сейчас должна быть серийная продукция. Большая серийная эра наступает, да. Нам нужен поточный серийный турбогиб. Понеслась. Теперь можно... Серийный турбогиб, да, и серийный турбогиб, и стапель. И вот, все, и... все поставить просто вот на конвейер. Да. Так, после того, как у нас обваривается перья, термообработка у нас происходит уже после сварки. Рам до сварки. У нижних перьев. Да. Нижних перьев и трубы. Хорошо. А сварка как влияет на термообработную трубу? Она отпускает ее, но поскольку, грубо говоря, в нагрузках участвует другая часть трубы, то отпуска критических мест, скажем так, не происходит. Все работает как должно. А у нас вот есть плита поверочная, вот эта вот, на которой мы после полного изготовления изделия проверяем рамы, ну и другие изделия на геометрию. Да. Ну, тут же мы их правим, если надо. Затем у нас вот тут есть такая вот запчасть, такая вот деталь, куда рама крепилась за каретку, фиксировалась. Специальным инструментом мы замеряли нулевой уровень, и затем через безмен, рычагом, то есть чтобы видеть, сколько килограмм мы дали, смотрели, насколько отклонилось. Затем увеличивали, в конце концов сырая рама умирала, держалась там рама на каленых нижних и на каленых всех четырех, затем умирала на каленых нижних, это... ну и так далее. Давали нагрузку как? Примерно так, как ты прыгал на раме, только мы прыгали на всем заднем треугольнике. То есть ты же вращаешься, потом ты приземлился, у тебя происходит торсионная нагрузка, у тебя рама вот так вот делает, и поэтому мы... Сгибается, грубо говоря, ногами стоишь, ты и все ее гнешь в дугу. Да, и поэтому мы фиксируем каретку как неподвижную часть и даем нагрузку на задний треугольник. И выясняем таким образом, что никакого отпуска у нас не произошло. А циклическая нагрузка как проверить? Просто в Тайване, на заводе... Цикл разрушения? Да. Единственный способ это сделать, это отправить изделие туда, где есть такой стенд. Ну, смотри, мы как делали? Я как бы, когда всю историю просчитывал и продумывал, я просто смотрел на топовых производителей, на их чертежи, которые я смог шпионским способом достать. Я просто посмотрел те толщины труб, которые они используют, взял запас везде. И все как бы работает. Все, что тоньше, это либо экономия просто в материале и либо просто рама будет либо тоньше, либо человек занимается ветвенерством, что в BMX, наверное, мне кажется, не сильно важный параметр. Да? Прям вот критическое снижение веса. Там, да, на одну десятку сделать мне тоньше, не хочу. Но. Так, вот раму проверил, а дальше что делаем? Вы их сами красите? Нет, мы отвозим на покраску. Не, ну то есть, грубо говоря, потребитель получает покрашенную раму. Конечно. Есть желающие, которые хотят получить ее в лаке? Вот как вот автор делает. Да, это самая распространенная наша. Чтобы вот он остался все вот эти следы, да, сварки, чтобы было видно, да? Все это очень любят. И да. Поэтому мы рамы зачищаем. И эта операция стоит дополнительных трудозатрат и денег, чтобы она блестела. И на самом деле лак в России гораздо
качественнее, чем обычная солид краска. То есть покрасить раму в красивый лак получится качественнее, чем покрасить ее в солид. Российским лаком? А разным. Есть российский, есть иностранный. Все зависит от какого-то пигмента конкретного. Не, ну, а, пигмент, то есть они, люди хотят еще тонированный лак. Да, типа, есть зеленый, красный, синий, матовый. И все, и понеслось голубой, там. Там вообще зеленый, вариантов целая куча, и всем очень нравится. И это наша, на самом деле, сильная сторона, то, что мы можем дать каждому клиенту возможность выбрать цвет. Ну, не в бесконечном количестве палитры, но, грубо говоря, там из 10-12 вариантов человек может выбрать на свою раму. Это, кстати, нижняя перемычка для руля уже с накаткой. С накаткой, да? Да, с той самой, вот, о которой мы говорили, у токарника. Толщина застенки какая? 2. Она сколько вглубь продавливает? Ну, 0,5, потому что часть материала выдавливает. Ну, да. Это накатка же работает, по принципу, выдавливаем часть материала наружу. Сколько стоит продукция? Ну, например, руль у нас стоит 4200 BMX. Угу. А самый дешевый термообработанный руль брендовый стоит не меньше 5500. В любом случае дешевле, да? Если рама говорить, она стоит 23500, а рама подобного уровня тайваньская стоит минимум 25. Так, хорошо. Людей интересует гарантия. Ну, на рамы мы давали одно время пожизненную гарантию. Сейчас я пока думаю, продлевать эту акцию или не продлевать. Продлевай. Ну, наверное, продлим, да. На вилке мы даем полгода, на рули полгода, но на рули, скорее всего, мы тоже сейчас начнем давать пожизненную гарантию, потому что они вообще не ломаются. И можно таким образом подкрепить уверенность людей в отечественном продукте. Отечественный продукт, я так понимаю, хорошо тебя начинает развивать и рекомендовать. И все сделано круто. Спасибо большое, Вов. Желаю тебе успехов. Спасибо тебе большое. Спасибо, что уделил нам время. Мастерское процветание. Мы постараемся развиться так, чтобы вообще... Берите на себя карбон. Берите, блин, я вот хочу, но блин. С кем? Знаешь, это просто, это, блин, нереальная тема. Не забудь подписаться на канал Виолайн, на канал Антона, на вообще все ссылки есть в описании. Пишите комментарии под этим роликом, задавайте вопросы. Ты, надеюсь, расскажешь все, что людей заинтересует. Значит, а мы продолжаем ту же самую акцию в течение 2 дней, если вы напишите какой-нибудь прям реально крутой коммент. 2 самых крутых коммента мы найдем, обозначим в группе ВК, и эти люди получат по 2000 на обслуживание велосипеда. То есть вы приехали обслужить велосипед. Задавайте вопросы, ставьте лайки, делайте репосты, ну и так далее. До скорых встреч. Счастливо. Многие, кстати, не любят каленые рули. Ну, многие, скажем так, те, кто совсем-совсем глубоко чувствуют свой организм, потому что на каленом руле ты реально чувствуешь все. Он жестче, он твердый. Он очень жесткий, да, ты все чувствуешь. Но на сыром руле ты долго не прокатаешься, потому что он просто-напросто гнется. Куда это положить? Да на пол, муж, классит, по-моему, бракованный. Блин, на сувениры надо бы забирать сейчас бракованный деталь. Потом будет рассказывать. Вот это вот, с этой мастерской. Да. В багажнике BMW возить эту штуку надо. А что, это тема, кстати. Прямо оружие будет.